Разрешите вас поздравить с наступающим 8 марта. Пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, удачи, благополучия и без аварийной езды. Чтобы инспектора останавливать, только поздравить вас. Полицейские подняли настроение участникам дорожного движения и поздравили с женским днем. Ежегодную акцию под названием «Цветы для автоледи» накануне праздника провели в Сестрорецке. Дорогие женщины, разрешите вас поздравить от лица ОМВД курортного района. Пожелать вам всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, удачи, улыбок, весны. Ну и самое главное, безаварийной езды. Мероприятие провели сотрудники ОГИБДД ОМВД России по курортному району Санкт-Петербурга. В ходе акции инспекторы ГИБДД останавливали автомобили и вместо проверки документов дарили цветы сидящим за рулем женщинам. Я и курортный район поздравляю вас с наступающим праздником. 8 марта. ГИБДД курортного района поздравляет вас с наступающим праздником. Спасибо большое. Желаю вам всего самого хорошего. Успехов на дороге, будь внимательны. Это вам с наступающим вас праздничком. Спасибо большое. Да, всего вам доброго, всего хорошего. Спасибо большое. Да. ОМВД России по курортному району ежегодно поздравляет всех дам, водителей с Международным женским днем. Милые дамы, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам море улыбок, любви и счастья. Мы напоминаем вам, что даже в преддверии праздников очень важно не забывать о безопасности дорожного движения, быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Полицейские пожелали женщинам добра, семейного благополучия и безопасных дорог, а также напомнили им о соблюдении правил дорожного движения. В свою очередь, женщины благодарили сотрудников ГИБДД за оказанное внимание и хорошее настроение, которое им подарили стражи правопорядка. Хотелось бы поздравить всех женщин с нашим весенним праздником. Любите и будьте любимыми. Всех-всех-всех леди, дам и маленьких девочек поздравляю с праздником. Спасибо. Всех девушек с 8 марта здоровья, счастья, любви.